И мы продолжаем рассматривать проект RSS Technologies. И в чем же специализируется проект? Команда считает, что пользователь, доверие пользователя является одним из наиболее важных компонентов, на которых основана деятельность компании-разработчиков. Но доверие нельзя завоевать, просто сказать, нам нужно доверять. Именно поэтому команда хочет, чтобы деятельность команды была максимально прозрачной. Команда позволит любому пользователю следить за заходом разработки, наблюдать за взаимодействием внутри команды через социальные сети. Вот тот прозрачный закон, который используется в проекте. Проект специализируется на профессионализме. Команда считает, что высокие цели, которые перед собой ставят, в значительной степени достигаются благодаря профессионализму сотрудников, эффективности принятых решений, грамотному руководству и грамотно расставленным приоритетам. Они разрабатывают каждую сторону своей компании, являются достижения наиболее опытной и профессиональной командой разработки. Также они специализируются на взаимном уважении, что немаловажно. Прежде всего, разрабатывают платформу для людей, для людей, интересы которых они разделяют и хотят помочь решить проблемы. Поэтому считаем уважение и достойное уважение одним из важных аспектов деятельности. Команда уважает только своих, но и сотрудников, потому что они являются более ценным столом в компании. Много хочу рассказать о SX токен. Это основанный на ERC-20 токен платформы. SX токен предназначен для легкой торговли в списках обмена монет SX. SX токен будет обрабатываться на собственной платформе и перечисляться на вторичные биржи. Всего поставки токены 10 миллиардов, продажи токенов 500 миллионов, на маркетинг 75 миллионов, зарезервировано 1 миллиард 425 миллионов.